Раз, два, раз, два, три. Мы снова вернулись в то место, где мы когда-то писали наш первый альбом. Вон там на матах спали. Это была твоя баня? Это была моя баня. Поехали.
Хотела передать большой привет своему сыну Феде, который не смог попасть на концерт. Вот, но зато пришла его лучшая подруга Алиса. Привет, Алиса. Привет, трансляция! Или трансляция тоже. Готово? Да. Thank you.
отлично. Спасибо. Знаете, как тяжело сидеть. Надеюсь, следующий концерт мы проведем лежа. О, в планетарии, хорошая идея. Говорят,
Спасибо. Я, если что, готов, девчонки, мальчишки. Карина? Я просто нормальный кот. Я хочу увидеть Вену. Копенгаген, Кишинев и суперкубок Булгарта. Я купил один билет, лотерею выпал жребий. Мне досталось много денег, я уехал на всю. Так, в зале Александр, поднимайте руки. Кто за Эрик, исключите, пожалуйста. Есть. Есть там кто-нибудь? Да. Две штуки. Один наш. Выходите на сцену, будете петь с нами. Все, сложная песня.
Сложно играть, сложно играть. Все сосредоточились, тишина, песня сложная. Сразу шаг координат, да? Поехали. Александр, я включаю сердце. Александр мой, я...
гости моего папы. У меня мама с папой сидит на концерте впервые вдвоем. Поплопайте, пожалуйста. Погнали. Санечка, ты что-то хотел сказать? Давай. Мы с Кариной сегодня на саундчеке выучили мелодию из «Бумера». Да, приходите завтра в бар «Слезы» в 8 вечера, я буду играть с группой «Нелюдимка». О, между прочим, очень другая группа. Саня там на барабанах же, да? Группа «Нелюдимка». Между прочим. На гитаре. На гитаре, да? Да. А я видел на барабанах на видосах. Рубашки. Понял. С жабо. Класс. Thank you.
следующей песни, чтобы никому никогда никуда не приходилось прятаться ни от каких бомб. Приходи ко мне в катакомбу, отыщи меня внутри, сверху от себя монотонку. Там не ждут таких, как ты, там уже с утра рвутся бомбы. Там не помнят нот, чтобы отыскать катакомбу. Кто забыл покормить пса? Денис, Леша, подними, пожалуйста, басисту нашему барабану немножко в ушки. Хорошо? Он просит. Немножко. Немножко. Ушки. Ушки. Come on.
глазах были знаки любви. Он славил небеса с такими, как ты. Спал и зависал с такими, как ты. Боже, молоко по знаку водолей. Но в 72-м он уехал в Бомбей. Разве свой приход и уехал в Бомбей. Пора включить тумблер, волшебный оркестр к любви, да? Сейчас мы его включим. Сейчас, секундочку, не включается тумблер. Да, друзья мои, 7 марта у нас большой-большой концерт в клубе «Урбан» в Москве. Вот, и вот там вот около мерча висит листик, на котором есть QR-код и скидон. В смысле, этот, как он называется? Суперслово, вот суперслово. Промокод. QR-код и промокод. Промокод, да. Вот. А для простых смертных, как купить билет в кассах, можно? Бумажный. В кассе Большого театра. Мы стали забывать бумажные билеты. Поехали. Thank you.
Друзья, только раз в два года мы играем эту песню в стиле кантри. Да, вы готовы? Карендос. Давай, это вообще не смешно уже. Все тебя ждем. Маленький тостер с глазами льдом. Когда уже поздно, я пью ваш компот. Беру ваши скрипки и дую в тромбон. Thank you.
Спасибо большое танцующим. Друзья, только не сбейте, пожалуйста, оператора. У нас идет видеотрансляция. Мы так редко куда-то ездим, так хочется, чтобы видели люди из других городов. Привет им всем, кстати. Из других стран. Да. Мой папа сейчас нас смотрит из Запорожья. Да, а следующая песня для всех невинно осужденных. А таких много? Мертвых и живых. Давайте уже. Да, давайте. Там. Хоть чуть-чуть подписывай.
сразу прийти, Карина. У тебя же есть сет-лист.
Кстати, папкина гитара-то, между прочим, ребят. Хорошая. В следующий раз не даст. Если будешь сильно теребить и по ней, то в следующий раз не даст. А то и можно и сломать. Так. Пришел морозный сад, тут все покрыто снегом. Все цветы держались как могли, но и они легли, а ты за ними следом ляжешь, но пока еще поставь. Натянутой струной чернее лепестком и стебля скинешь, но пока еще попас. Я дам тебе уснуть, разрыв руками снег. Thank you.
Кто не знает, кто еще не сдался, там продается наш мерч. Плакаты, винил и офигительные открытки с пожеланиями от каждого участника. Мы написали вам на целый год каждый самые интимные, сокровенные штучки. За многое могут посадить. Да, но не посадят. Поехали. Куда? Потому что когда я танцую, меня не поймать. Thank you.
Спасибо. Так. Секунда. Так, а еще мы наконец-то привезем эту акустику в Питер весной. Число пока не знаем. Вот. Мы хотим найти какую-нибудь классную площадку, типа крыши или корабля или чего-нибудь такого, но говорят, весной в Питере еще нет гарантии, что будет хорошая погода. Что-нибудь придумаем. Да? Все готовы? Спасибо, ребята. Мы прямо с вами почти закончили. Время уже позднее. Нам осталось совсем чуть-чуть. Так, перед этой песней нет ничего мне говорить. Меток нет, все равно. Ничего не записал. Или следующее надо сказать. Давайте, по чилу. Смотри, какие сосны над водой. Лежат.
Спасибо. Мы заканчиваем. Вот, важная деталь. Мы хотели очень поблагодарить нашу команду, она сегодня большая. Художник Юля, которая придумала это все, наши костюмы и оформление. Да. Нет. Не путай. Наша Юля. Обложку. Да? А, да? А, точно. Это прошлое. Это прошлый концерт. Да, нашу команду звуковую, Дениса, нашего любимого, как всегда, Макса Хайкина, который сегодня делает трансляцию, с которым мы когда-то записали тут нашу первую пластинку, Павла, оператора, вот. Глашу, которая нас красила красиво. Да, все, в общем, всех наших друзей, всех, кто помогал и все такое. Вот. Ну и... Да, ну и... Пилиночка, которая... Продает. Смерчем, да. Барыжит мерчом, да. Ну и, конечно, Санечек, Карина, Саша, Андрей, Леша, Катя и Ваня. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Обожаю этот ритуал. Все понимают. Surprise, surprise. Oh.
зажарило сердце. Моя голова стояла не там. Я слишком давно стою вот так. Мозгалка на снах, ищи в руках. Я тоже земля после карты там. И все это бред, и сердце нет. Стало видней, дубль сгорит, как хача. Но я не могу, я просто уйду. По дороге еще того не меча. По дороге. Нам нужно общее фото, как всегда. Давайте, готовы? Спасибо.